Ты вообще на что ловишь? Сосиску взял из дома. Ты гонишь, что ли, братан? А что, это не поймаешь ничего? Ну, на нее тут не клюет, поверь. Кто тебя научил на сосиску ловить? А вот с балкона-то вот. Не поймаешь. На сосиску. Лаван, тебя... Какая сосиска? На сосиску никто не будет ловить никогда в жизни. Я уже купил рыбу и запустил воду. На сосиски не клюет. Короче, ребят, снимаем для вас Щербаков. Вы все просите в комментариях. Кто не смотрел первые 6, сейчас вот тут появятся ссылочки. Обязательно зацените, там миллионы просмотров. И есть на что посмотреть. А кто не смотрел, кто первый раз на моем канале, объясняю, в чем суть пранка. Погнали, я не зря в подвале, кстати. Короче, мы находим на водоемах рыбаков, профессионалов. И я притворяюсь максимальным новичком на рыбалке. И пытаюсь поймать рыбу на какую-то нелепую наживку. И на свою нелепую удочку. Для этого у нас куча всякого оборудования куплено. Вот сапоги, спиннинги, подсак, садок. Ласты мы покупали для водолаза. Масса всякого оборудования. В этом пранке я буду делать удочку из говна и палок. А наживка у меня будет сосиска с сыром. Рыбаки, естественно, скажут, что ты на такую удочку и на такую наживку ни хрена не поймаешь. Но они не знают самого главного. Я уже купил рыбу, наживил ее и запустил в воду, пока они не видели. И как только они скажут, что ничего не поймают, я из воды достаю эту рыбку. Реакции просто бомба. Ставьте лайки, подписывайтесь, потому что на 500 тысяч подписчиков я сбрею бороду, как и обещал. А на 1 миллион я поменяю фамилию на Борода. Колокольчик нажмите. Хорошо вам там, спите, наверное? Спите, да, наверное. Спите. А мы тут с утра со Степой, ага, уже на водоеме нашли рыбаков. Сейчас пойдем наберем водички и за рыбой. Сегодня просто максимально много рыбаков. Погода хорошая. Поедем за рыбой. Надеюсь, нас не узнают. Просто это самый первый водоем, где мы пранковали. Вот смотри, видишь, вон там вот этих я еще хочу. Вот они какие-то такие, такие прям много. Прям хорошие, да. Мне всю ночь снилась рыбалка. Я всю ночь. Да, я всю ночь ловил какую-то рыбу. Вытаскиваю из воды огромного карпа, такая рожа на меня. И будильник звонит, просыпайся. Да, что, надо же это? Кислород дать рыбам. У нас же есть компрессор, который нам обеспечит рыбу кислородом, чтобы рыба была живая. И рыбаки нам поверили. И генератор у нас не работает без вот этой штуковины. Это прикуриватель. Не смажешь, не поедет. О, бурбурлит. Все, едем за рыбой. Нормальные такие. Вот это. Только можно не убивать, чтобы он живой был, ага? Можно не убивать, чтоб он живой был, ага? На сосиску будем рыбачить. Как старые добрые. Я с дома взял, у меня была одна, с сыром, он запаковал. Сосиска, сосиска. Да любой карп мечтает о сосиске. Вон они, рыбаки, троица, такие хорошие. Так, покажу сейчас вам удочку, которую я сделал. Посмотрите, просто нубас. Здорово, мужики. Че, клюет? Что, можно с вами там по сбоку сяду? Попробую. Да не, у меня донка. С ночи? Лучше, говорит, идти как бы туда, ближе к этой граде. Ну, сейчас попробую, похожу, там покажу. А вы давно сидите? Бегу с ночи. С ночи? Нихера себе. Ну, вы еще домой не собираетесь пока? Пока. Ништяк. Хорошие клиенты, они уже пьяные. В принципе, вот тут я смогу без палева закинуть. Еще клиенты идут. Сейчас у нас задача закинуть без палева карпов, чтобы нас не спалили. Если я спалюсь, меня тут хуй утопят вместе с этими удочками. О, наш старый добрый знакомый пришел. Сзади он стоит. Мы их тогда пранковали, помнишь? Надеюсь, он уйдет, потому что он всю эту картину видел уже в прошлый раз. Я к нему причем два раза подходил. Мы один раз, когда пранканули, было. А второй раз у нас не получилось. Меня то ли узнали, то ли чего. Мы просто свалили тогда, помнишь, рыбу отпустили. Все, спиннингер ушел. Это знак действовать. Я пошел за рыбой. Вон там машина. Да, спиннингист свалил. Вон он пошел. По дороге его вижу. Все, слава богу. Сейчас карпиков загружаю. Все, карпы в рюкзаке. Сейчас без палива нам будут накидывать. Мужики, извиняюсь, перебью. На такие донки ловите? У деда в кармане, ну, в гараже была. Ты вообще на что ловишь? Сосиску взял из дома. Это интересно. Ну, мясо же.
принципе, что? Тут ты гонишь, ты, братан. А что, это не поймаешь ничего? В принципе, червяк, червяк, сосиски. Нет, нет, какая сосиска, подожди. Давай, подходи. Это типа соя какая-то? Давайте насыплю. Во, да, понятно, хватит. Спасибо. Ты сосиска, кто тебе сказал на сосиски плавить? Тебя подъебали, нет, братан? Да, мне это друзья сказали в гараже. Тебя подъебали, братан, ну какие сосиски? Ну кто на сосиску? Пенопласт, да, получается какой-то, или что это? Что на вкус как? Вот так получается, да? Назад. Да. У тебя колокольчик есть для этой хуйни? О, такой. На такую штуку надо лететь на речке. Подальше, да, получается, хуячить? Да, ты размахай его там, и чтоб, блядь, во-во-во, и да давай, да. Хуя, как, блядь. Жуй, там только нас не убей. Я понял, понял. О, пойдет. Пойдет? А дальше что делать будешь? Ну, ждать, наверное. Как он, вот так клевать будет, и это вот так получается? Ну, ты, братан, ну достань шпокать его, достань, 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 достань его, достань его. Неправильно, да? Она, ну, она шпокает, слышно будет, не нет? Не надо шпокать, чтоб она, давай, доставай его. Раскручивай, и вон в том у дядьки прям в лоб кидай. У него есть рыба. Не сосиски, не бери все сюда. Тебя подъебали на самом деле. Да? Да. Я в гараже нашел удочку, говорю, пойду завтра на рыбалку. Они говорят, ну, на сосиску попробуй, говорит. Сосиску? Ты да. Болел, да? Кукурузу можешь попробовать тоже в следующий раз. А, я думал, вы закусываете, ладно, я это... Закусом тоже, но и тоже клюет. Ну, сосиской тоже закусывает, но на нее... Ну, на нее тут не клюет, поверь. А, понял. На сосиску не клюет. И вообще никак нигде не клюет, хорош ты. Он там... Тебя как зовут, брат? Володя. Тебя, я говорю, Володя, тебя подъебали. Да? Крепко, да. Представляете, что сосиски? Братан, вместо этой хуйни купи себе удочку и все. На эту, получается, хрен что поймаешь? Ну, поймаешь, но это не для этого сейчас. Ну, нет, ты можешь на нее там выебнуться как-нибудь, но не в данный момент. Это в мае тут, может быть, что-то на нее может. А так, какая-нибудь удочка, закидушка. Удочка, то есть поплавковая обычная. Ага. А вот все-таки насчет ты сейчас вот это сейчас морочишься, но это неинтересно. Или мы это хуйня. Пойти. Ну вон он закинул и тянет, получается, сразу. Они на поппер его. Поппер это вообще отдельная тема. Поппер, это, попкорн, что ли? Поппер. Нет, поппер это такой воблер. Типа попкорн, я понял. Это не типа попкорн. Это похоже на попкорн, но это не, поп, не попкорн. Ага. А ты только увлекся рыбалкой? Да попробовать пошел. Решил. Он ему говорит, на засечку попробуй половить. Сейчас буду драматизировать. На пенопласт не клюет. Сейчас будем на сосиску пробовать. Что это? Может на сосиску все-таки попробовать? Мне не клюет. Ну вроде нормальные мужики сказали. Что, ну что-то не клюет. Дед вон таскает. Сосиска. Дед таскает, а на пенопласт что-то на этот ничего. На сосиску никто не клюет. Да там. Тебя наебали, ничего уже не могли. Уже не могли наебать. Ну как-то. А может быть еще, что место не то, ну типа чуть-чуть другое место, если закинуть. Будет, но на сосиску тебя только клевать. Не будет на сосиску, тебя подъебали, я тебе еще раз говорю, Вова. Я попробую туда, к кустам закинуть. Кто тебя научил на сосиску ловить, а вот с балкона-то вот? Да не, ну там рыбаки бывалые, они нормальные. Тебя набрали? Ну как хочешь. А, это пруд прикормленный. Целую ночь сидели здесь и ничего не поймали. Не, просто они и говорят, они, говорит, хлебом, червями, пенопластом закормлены. Ты, говорит, на сосиску, оно, говорит, клюнет. Похуй, это хуйня все. Они говорят, рыбу надо удивлять. Не вкус. Поймаешь, ну сосиска. Какие нахуй сосиски? Вот я нацедил. Так, сейчас я тут закину. Так, ты готов там, если что, смс-ку мне отправить? Там звук колокольчика у тебя. Там закинул в кусты, получается. Ну, сосиску там не будет клевать, я что раз говорю. Да блин, рыбаки бывалые. Рыбаки бывалые, ну если бы тебя, парень, блядь, Лаван, тебя подъебали, какая сосиска нахуй? Ну сосиску никто не будет ловить никогда в жизни. Первый раз слышу, что сосиску ловили. Сосиска, говорят, это прям, ну, то, что надо. Говорит, карпа можно вытащить легко. Уже домой, да, домой собираетесь, да? Права, да, у меня вот один вот собирает. Какая сосиска нахуй? Что, здесь правильно? Здесь поток сошел. Не идет. Не приходят смс-ки. Опа-на. Что-то звонит, получается, да? О, не понял, сосиска. Ну, что-то зазвонило. Дергай, дергай быстрее, дергай. Ща. Дергай. Да сиди, дергай. Дергай. Блядь. А мы сидим и ебать его, блядь, на сосиску, блядь. А так, блядь. Сколько стоит твои девушки без фасома? Блядь, это... Это чё, карась? Я себе, блин, это... Смотри. Это чё, карась? Мы сидим, сутки сидим, блядь, здесь это... Смотри, о, карп. Тут трёшечек есть. Карпа поймал. Нет, 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 двушечек, двушка, полтора двушечка. Да карп, ёпта. Красавчик, молодец, Вован. Блядь, только закинул сосиску. Ну ты молодец, давай вторую сосиску. Ага.
Дрочер. Блять, а дрочер, блять. Нет, я не знаю, что это, блять. Донка. А какая сосиска? Это какую тут сосиску? С сыром, сосиска с сыром получилась. Братан, а я тебе скажу, они вредные, пиздец. Отставь, блять. Я в это не верил, парень. Я вообще на сосиску. Куда я, Вова, вообще, давайте, блять, 5 пачку. На сосиску, ты вообще красавчик. Я что там, извини, кстати. Ёлки, а что там? Куда? Блять, блять, давай, блять, 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 морально я уничтожу. На, брось корову. Вот карпа! Вот да, это вам! А мы тут куда-то сидим? А он уже... Нет, это не мы, а кто ты? Может, не знаю, может, сосиски нас угостишь сидеть, а? Ебать! Надо... Доберите! Девушки, жёлтые! Девушки, устройство! И, блядь... Да вы посоветовали. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здорово! Вообще просто! На донку, на донку! На сосиску, охуеть. Первый раз пришел, на сосиску? Первый раз пришел. Ну, охуеть, я, у меня подъебывает. Сыром давай, получается. Так, сосиска с сыром? А мы тут 5 часов сидим. Да. Без сосисек, без сосисек. Они мне дали пенопласт сначала какой-то, я сидел, сидел час, наверное. Да. Это пенопласт там подпинивал, на крючок одевал или просто ну, сосиску с сыром? Нет, я пенопласт начал, потом пенопласт снял, выкинул и кусок сосиски просто надел и все. Надо закинуть, да? Закидывай. Да не, это... Еще раз. Это... Стёп, за***ла твоя СМС. Да ну, а не может быть такого. О, блядь, сорвался получается. А у тебя СМС какая, покажи. Ну вот этот, и мужики сказали в гараже, ты типа на сосиску, говорит, закидывай. А сосиску ты где покупаешь? Может быть, еще от рецепта зависит. Блядь. Ну вот такая, с сыром получается. Я имею в виду, где? В магазине? Просто обыкновенно? Вон, ну да в холодильнике лежали, я взял какие-то с сыром. Не поверишь, тут столько рыбаков всю жизнь, блядь, рыбачат и хуй приносят домой. Такой же длины, как твоя сосиска, блядь. А ты, блядь, двух карпов. Вот такая. Кусок какой отрезаешь? Большой, небольшой? Ну, небольшой кусочек на крючок просто. Мужики сказали, чтобы крючок торчал чуть-чуть с краю. И все. Как далеко кидаешь? Браво, красава, честно. Спасибо. Брат, а подарились одним экземпляром? Нет, хорошо. Да без проблем. Да без проблем поделюсь. Я дома жена голодная. Без проблем поделюсь. На, забирай. Мы ночь сидели. Я охуел. На донку, вот здесь половина донку. Поверь, это уже вот вам я сейчас удивил. Я сейчас вам удивил. Я уж пока сказал, я охуел. Надо воды налить. Спасибо тебе, братан. Да, пожалуйста, дыши. Блядь, за 20 минут Илья? Поймал. Бля. За 20 Денис. Минут. А, Денис. На колбасу. Вот если бы вот не на моих глазах, да? Я бы хуй, я не поверил. Не, не, можешь на... Давай, за... Тебе звонили? Саня! Клюет, да? Идет, поклевочка. Ну, это Тина плывет, ёпта. Тина у вас в голове, ёпта. Держите. Полночи сидел. Хуй, вообще хуй, чё, какие-то поклёвки непонятно. Хуй расчехлиться, я уже готов расчехлиться обратно, ёпта. Зря получается, да, сам банки? Ты меня удивил, брат, вообще. Да я сам удивился, я такое не видел ни разу. Вообще, я в ахуе, честно, я в ахуе вообще, я в таком ахуе. Я на сыр видел, блядь, на сало видел, на вот на сосиски я ни разу не слышал, вообще даже не слышал. Нихуя себе на сосиски, как хуя себе, вот это да, блядь. Да, погнал, ну чё мне? Спасибо тебе, мне, потому что особо это. Ладно, счастливо, давайте. Хорошего клёва. Братан, дай мне ещё одну карту. Ну чё ты, блядь, упрашиваешь-то, ёбаный в рот, а? Да бери, мне не жалко, чё. Да забирай. Я был сутки на рыбалке. Ну да, жену обрадовать. 2 hours later. Можно сфоткаюсь с рыбой, забыл? А. Друганам покажу. Я сфоткаться, блин, не сфоткался же. Ну, обратно положи потом. Потому что такие парнишки мне не нравятся, которые фоткают. Я говорю, как есть, ёпта. Я сейчас дрыну возьму. Аккуратно. У нас обычно на руке. Все, пойдет. Лечит друзей, ёпта. Я думаю, тут не стоит говорить, что... Думаю, тут не стоит говорить, что это пранк, что мы снимали видео. Сейчас со Степой подошли, думали, сейчас признаемся, что сняли видео. Да все, валим отсюда. А то еще и по леща выхватим.
у меня яйца не такие большие, чтобы признаваться, там четверо пьяных мужиков. Он еще орет, я вот этих ребят, которые снимают, не люблю. Как-то после этого неохота говорить, что мы пранк снимали. А ты заметил, мало кто подходил. Деды вот эти все смотрят, что-то улыбаются. Вот деды, которые там сидели, ни один не подошел. Типа узнали, да? Типа, может быть, узнали, да. Да, такую рыбу, ну прикинь, я бы через речку побежал. Конечно. Эти мужики все что-то смотрят, оглядываются на меня, типа, и улыбаются просто. Вообще ничего, даже не подошли. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии. Сделали для вас немножко смешное видео. Надеюсь, вам понравится. Пишите в комментариях, куда еще поехать. На водоемчик, где много рыбаков сейчас. Сейчас вроде похолодало, не жарко. Голубоглазый гражданин пальто оранжевого цвета, а я бородатый господин. Стать охота капец. Сейчас приду, лягу спать.